Сколько мы на нем выжмем? Так. Дело пошло. 700 километров сейчас, понятное дело. Изи вообще. Это же шаг. Так, начало трясти крылья. 710. 715, чувак! Сбросьте скорость. Все, 816 километров в час. Потому что эта колонка стоимостью 20... На данный момент она стоит там 25-26 тысяч всего. Ну, как бы это недорого считается. Ну, для хорошего, для хорошей акустики. Отличный рикошет, кстати! Не пробил. Вот это прикольно. Леонид, если нормально играть, экономика вред точно. Рикошет, кумуля, попадание в башню и никакого урона. ПТ 57 76 57. Играйте на здоровье. А и шаг не это, шаг вот дергаешь на себя и полетел. БМП кумуль танкануло. Ааа! Сколько можно, суки? Nope. Второй выстрел танкану, просто ничего, урона нет. Вот Черчилль и в говно закинуло. Кстати, попадание в борт. Попадание в борт и минус топливный бак. Так и живем у Черчилля. Попаданиями в борт и топливными баками. Поджигаем. Два поджога, боже. Где дома, где осколки пробить и борта? Чё за бред? Только интересно, откуда у него столько боекомплекта? Неужто там столько прям его? Попадание кумулятива БМП в жопу. Минус топливный бак. Второе попадание кумулятива, опять немножечко желтый боекомплект, урона никакого нет, избыточного давления ничего нет. Попал я, конечно, хорошо. Офигеть, что со снарядом? Двигатель пантеры зарядил, двигатель. Но снаряд там что-то разрушился, дофига осколков, и до движка ничего не зашло. Понятно. Механик, водитель, трансмиссия. Я тоже хорош кумуль танканул. СДФ 105-го. На подчате. Ха-ха, чё? Сучка какая-то. Зарядка не ахти, а я даже из дэшака не могу пострелять. 7 фрагов чисто стоя в круге, держа точку. Спасибо за донейшн большое, сейчас я перечитаю. Спасибо большое, ребят. Лайк, подписка, все дела, ядерка очередная. 19-е, 17-е, 20-е, я не помню. Уже очень большая ядерка по счету. Вообще не помню какая. Много их я уже сбросил. Спасибо, что хоть долетел. На подчате набили, кстати. Максимально дать. Уезжать? Блин, моя же арта. Упала. Пошел. Ага. Попадание в триплекс со 150 мм, 34-ка не пробита. Стреливал. Это вон. Я два раза не пробил Т-34. Все нормально. Чину 2. На ваших глазах, друзья. И так просто в нее вкладывал. Потому что играл. Нравилось. Попадание в радиатор с деструктора по... Это кто у нас? Это бачат. Неплохо. Хорошо, ладно. Я, пожалуй, поверю в это. Наши... Арта. ПВОшная. На! Ой, по красоте сбили с БМПшки. Мстя наша советская прилетела его. Бра. Да ну
ну тебя нахрен! Точно был камерник с 90-миллиметрового орудия, блин. Не. 5-16-9. Ой, я ему крыло срезал. И в землю пошел. Да. Ой, как по красоте сбили, ребят, лайк. Вот это дамаг. Мою почтение. Ёпта. Чатик засмотрелся. Получил пиздец. Кстати, рикошет кумулятива от акации был. Удар еще меня светит. Рикошет кумуля. Прикройте меня. ПТ-57. О, пуль танканул. Хорош. Этот КВ-2. Как что танканул камерник с М6-го? Что как бы ненормально, потому что М6-й пипец, какие мощные ка... Опа! А мне снаряд пропал! Та-тра-та-та-ра-та-та-тра-та-та! Летел без крыльев. Хотя в тундре не такое бывает. Все может быть. Да. Не пробил я зенитку ашным снарядом с КВ-85. Вот так вот. Я же вам говорил, что в тундре не такое бывает. Панзер 4.5 только что танканул 90-миллиметровый камерник и не вздох. 137 грамм взрывчатки. На секунду. Одной, блин. На тебе! Швальва, блин. Разлеталась тут. Одно дело, если бы на городскую карту. Оу-оу! Так, ладно. Это выглядело интересно. Серьезно? Вот так вот, прям вот леопарда, прям вот так вот расстрелял. А он меня вот так вот просто в ответочку, бам, и все. И ничего ему там, ничего, да, вот, вот так вот экипаж туканул. О! Дамаг по кайлеру. Выбиваем топливный бак. Снаряд проходит насквозь до двигателя. Но, разумеется, боекомплект и экипаж не зацепляется. Да, XM1, правда, рандомный урон. Очень. Я не пробил леопарда ломиком с XM1. У вас же тоже лёпики постоянно танкуют, да? Я же правильно все понимаю? Да? Напишите в комментариях, пожалуйста. Thank you.